Военнослужащие Казахстана отразили нападение вооруженных врагов. В Алматинской области завершается учение сил воздушной обороны. В течение недели отряды должны были противостоять условному противнику и одновременно ремонтировать спецтехнику. В течение нескольких дней на авиационно-технической базе в Алматинской области проходят военные учения. Именно здесь собрались лучшие специалисты, способные отремонтировать любую технику воздушной обороны. Перед ними стоит сразу несколько задач – восстановить оборудование и отразить атаку диверсантов. Все военнослужащие знают свою работу, все специалисты обучались для выполнения поставленной задачи. Здесь работают сварщики, механики, аккумуляторщики. Они могут исправить поломку любой сложности. Помимо прочего, бойцы материально-технического обеспечения должны отремонтировать взлетно-посадочную полосу аэродрома. Причем сделать это необходимо в полевых условиях. Мы уже посетили несколько точек. Практические действия личного состава по ремонту автомобильной техники, практические действия по развертыванию склада АСП, также отражение диверсионных групп незаконных формирований и практические действия по скоростному восстановлению аэродрома. Учения продлятся до 26 сентября, после чего больше сотни военнослужащих отправятся к местам постоянной дислокации. Только тогда все задачи будут официально считаться выполненными. Нургали Сабитов, Думан Даулетбакулы, КТК, Алматинская область.